Радует еще тот факт, что растет все-таки число женщин, у которых эту страшную болезнь диагностируют на первой стадии, то есть на начальной стадии. Мы говорим о раке груди, об очень распространенном заболевании среди женщин в Латвии. Более 1000 женщин ежегодно получают вот этот, ставится диагноз рак груди, и часто этот диагноз звучит как приговор. Если у вас есть что сказать на данную тему, то не стесняйтесь, звоните нам в прямой эфир, телефоны прямого эфира. 67200-232, телефон прямого эфира, если вам есть что сказать на эту тему. А наш же следующий сюжет о необычном и красивом мероприятии, который вдохновит, возможно, женщин бороться с этой болезнью. «Продолжать жить красиво» – так называется фотовыставка «Уны Либерте» Андреса Симонса и Уэрса Гриттиса, проходящая в Латвийском онкологическом центре. Выбор места не случайен. В роли модели здесь выступили женщины, победившие рак молочной железы. Уна знает о такой победе не понаслышке, ведь она и сама еще недавно была онкологической пациенткой. По ее словам, цель выставки – побудить женщин вовремя обратиться к врачу, пройти диагностику и при необходимости начать лечение. Я хотела сказать всем женщинам, что не надо бояться, или есть такие наклонения на эту болезнь, надо идти и лечиться. В этом помещении эта выставка больше посвящена тем женщинам, которые уже здесь лечатся. Мы хотим показать, что после лечения женщина остается женщиной, она красивая, она смелая, и она продолжает жить. 10 судеб, объединенных борьбой с раком. На фотографиях профессор, архитектор, бизнес-леди, скрипачка и даже онколог. Эти сильные женщины прошли лечение и победили болезнь, чтобы послужить примером другим. По словам автора идеи, проект, к которому многие изначально относились скептически, получил даже больше отклик, чем ожидали сами организаторы выставки. Когда была 10-я женщина, сказали: нет, мы больше не можем. Многие женщины тоже хотели после вот этой выставки, приходили, сказали, что они тоже хотят, да, вот такие хорошие эмоции получить, да, потому что я уже говорила, этот процесс фотографирования – это как будто лечение души. Вдохновляя других, авторы выставки вдохновляются и сами. В будущем они планируют продолжить проект, увеличив и разнообразив количество его участников. Мы очень хотим продолжать этот проект. Может быть, в этом проекте будут участвовать и мужчины, и близкие друзья женщин, которым надо еще жить, которым надо еще идти лечиться, проверяться. И я думаю, что будет интересный проект. Выставка «Продолжать жить красиво» – своеобразное напоминание для всех женщин Латвии. Это призыв жить полноценной, насыщенной жизнью, с бесстрашием преодолевать препятствия, которые порой встречаются на нашем пути. Это призыв беречь себя и своих близких в любых обстоятельствах. Марианна Ходыш, Инс Иванс, Латвийское телевидение.